Ну что ж, Павел. Разрешает. Разрешает! 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 Решает! 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 Шает или щает? Конечно, щает. Прищает. Запрещает. Не может быть. У нас все может быть. Представляете, как надо постараться, чтобы добиться столь выдающихся экономических результатов? Вместо изделий из меха меховой магазин торгует кепками. А здесь... На крупнейшем в стране московском объединении «Труд» рабочие сидят без работы. Конечно, конечно. А без работы у нас нет зарплаты. У меня вот двое детей, мне их надо чем-то кормить. А продукты, слава богу, сейчас за деньги. А на 130 рублей можно прожить в этой жизни? А перестройка? Практически ничего она не дала нам. Вот сколько лет мы работаем на производстве, и с каждым годом все хуже и хуже. Потому что с каждым днем сырья все меньше и меньше. Так что же, за годы перестройки меньше стало зверья? Спросили мы генерального директора объединения «Труд» товарища Жирняка. Сырья в стране не стало меньше. Но ситуация сложилась таким образом, что сырье не попадает на государственные предприятия. Куда же оно девается? Правительство одним постановлением, которое было принято в 87 году, позволило им, зверосовхозам, использовать на свое усмотрение якобы сверхплановое сырье и породило в стране множество мелких предприятий. Более того, зверосовхозы выходят сами на аукционы и продают это сырье за копейки. Если бы на внешний рынок ринулись только зверосовхозы. Вот директор фирмы «Пушнина» из «Новоэкспорта» товарищ Захаров настроен еще более пессимистично. На внешний рынок пытаются выйти предприятия, которые не имеют отношения к производству пушнины. Это заводы различные, комсомольцы Дудинки, вот, фонд культуры. Фонд культуры даже пытался выйти. Заводы вот обращались, Уралтяжмаш, такие вот предприятия. Из ЦК комсомола обращались к нам помочь им в получении валюты от продажи пушнины. Но почему торгуют шкурками, то есть сырьем, а не готовыми изделиями? Вопрос к заместителю председателя Госкомлегпрома товарищу Гриценко. Еще со времен Петра было известно, что выгодно торговать не сырьем, а готовыми изделиями. Ну, например, представьте, что у меня в руках вот шкурка норки. Стоит эта шкурка на международном рынке $10. На манто идет где-то 30 и более шкурок. Сделали это манто. Стоить оно будет уже $5000. Выходит, если продать 30 шкурок по $10 за штуку, получим $300. А если из них манто, то 5000. Так чем же выгоднее торговать? Сырьем или готовыми изделиями? И все-таки торгуют сырьем. Значит, выгодно? Выгодно на рынок бежать со шкуркой прежде всего потому, что когда продаст производитель шкурку, он получает от этого в пределах до 80% отчислений валюты. А если он продаст манто, готовые изделия, у него получается отчисление государству 80%. Так, значит, выходит, поощряется продажа сырья. Так чего же добился Совет Министров таким решением? Вместо того, чтобы произвести на 2 миллиарда 800 миллионов
изделий для народа, мы произведем на 1 800 000 000. По существу, на 1 000 000 000 рублей меньше. Что же это получается? Магазины по-прежнему будут пустыми, а меховые фабрики по-прежнему будут стоять без сырья? Почему рабочие признают свою ошибку, а почему наши государственные деятели не могут признать, где-то они дали в каком-то вопросе, можно сказать, ну, неправильно приняли решение. Значит, надо исправить это решение. Не сомневаемся. И чем скорее, тем лучше. Пожалуйста. А, это все лишнее. В нет, это лишнее. Mm-hmm. Благодарю вас, приходите. Хорошо, спасибо. Приходите, пожалуйста. Кстати, два куска на стол и без шороха. Тихо, не глухой, тихо, тихо. Молодой человек. Тише, тихо, не шумите. И пушечку вашу спрячьте. Оригинальная у вас зажигалка, молодчик. Что? Позвольте, я вас прикурю, пожалуйста. Что с тобой, Машенька? Как у нас с кофейком надо угостить клиента? Иди сюда, иди сюда. Что такое? Ты что, спятил? Кто спятил? Это вы не в своем уме, юноша. Откройте глаза. Ну, откройте глаза. Я вам час уже толкую там за шторой. Скрытая телекамера, вы знаете, зачем она стоит? А? Я вас предупреждал. Не тяните, выкладывайте деньги. Деньги! Какие деньги? Какие деньги? Капусту на стол! Да-да-да. Какой капусту? Ты что, папаша, за улыбайтесь, улыбайтесь, вам улыбка очень идет. Да. И деньги выкладывайте. Выкладывайте все, что у вас есть. Будто долг принесли, понимаете? Долг, да. И громко скажите, остальные принесут завтра. И главное, улыбайтесь. Куда? Улыбайтесь. Вот туда, туда, туда улыбайтесь. Остальные принесу завтра. А лучше даже сегодня. Сегодня? А мне 17 рублей только. Ничего, ничего. Вот. Остальное принесете сегодня. Остальное сегодня. Да-да-да. Вам мелочь нужна? Пожалуй, нет. А можно я 7 трамвай оставлю? Можно, можно. Да. Не опаздывайте, мы до 7 работаем. Да-да. Да. И скажи спасибо, что я тебя выручил, дурачок. Спасибо. До свидания. Вот видишь, Маша, а ты говорила... Рекет замучает, милиция, милиция. Без милиции пропадем. Зачем нам милиция? У милиции и без нас дел хватает. А наша Дуня всегда на страже. Стоим на страже. Вот так. Всегда, всегда. А?